Во-первых, нужно очень серьезно развивать туристическую индустрию, безусловно, для того, чтобы туристы, мы все, наши зарубежные партнеры, с удовольствием в Крым приезжали. Ну, естественно, поскольку Крым – это часть России, поэтому должно распространяться все то лучшее, что есть, скажем, в наших регионах. Может быть, создавая даже некую компиляцию, развивая промышленность, разумеется, насколько это возможно, культуру и все такое прочее. Крым – это самобытнейший регион. И рассчитываю, конечно, что в составе России будущее будет самое лучезарное.